«Зов земли родной». Под таким названием в Чувашском педагогическом университете открылась персональная выставка Анатолия Данилова. Профессор кафедры изобразительного искусства, заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации, народный художник Чувашской Республики, посвятил свои работы малой родине. На этих живописных холстах земля предков. Каждый штрих будто буквы, из которых автор искусно сложил слова признания в любви к родным местам. В центре внимания два триптиха. Один из них – отчий дом. В нем самое дорогое для художника – родители, места, где он провел свое детство и куда он мысленно возвращается всю свою жизнь. Другой – исторический. Это третий, который представлен здесь, называется «Волгокамская культура земли предков». Я долго исследовал историю Волжской Булгарии. Откуда мы? Куда мы пришли, кем мы являемся на сегодня и куда мы двигаемся дальше. Для меня это очень важный вопрос. Три мои работы, они рассказывают об истории, о культуре, об этносах, которые там жили. И они подтверждают нынешнее состояние нашего региона, Приволжского федерального округа, где уникально сочетаются столько народностей, не говоря о том, что только чуваши живут 128 народов. 50-я персональная выставка художника собрала самые интересные работы. Лейтмотив всех картин мастера – тема дружбы народов. Его работы имеют свой почерк и выделяются на международных, всероссийских и республиканских выставках. Выставку он организовал, пленер организовал, всероссийский, международный. Он дружит всех народов мира. Да? Не зря в нашей республике Поволжье, да, это центр мира, где народы дружат. В этой дружбе, да, а большой вклад кладет Анатолий Васильевич Данилов. Благодаря вашему труду, творчеству, традиции не нарушаются уже многие десятилетия, и выставки нас каждый раз радуют. То, что Анатолий Васильевич передает в своих творениях, работах, свое ощущение к своей земле, и при том через вот такие иконы, наверное, дорогого стоит. Вот уже 40 лет после окончания художественно-графического факультета ЧГПИ имени Яковлева Анатолий Данилов передает секреты мастерства будущим художникам. Это вдохновляет, и хочется больше работать усерднее, чтобы когда-нибудь достичь такого же уровня. Анатолий Васильевич строит новые творческие планы. Вдохновение ему дает любимый город, родные пейзажи, талантливые ученики. Наталья Мальчикова, Павел Иритков, Республика.